Как оцените избрание Александра Дюкова? Ну, это суперпрофессионал, поэтому я надеюсь, что с учетом того, как я знаю, как построена нефтяная компания «Газпромнефть», я думаю, что РФС будет самой технологичной системой ФИФА. Такая быстрая процедура. Действительно, единство есть сейчас? По... Ну, единственный кандидат, зачем формалист? Возражений никого нет. А учитывая, что он вот зенитовец... Насколько я знаю, Александра, он всегда будет работать на общую задачу, никогда на личную. Спасибо. А, Леонид Арнольдович, с Денисом Давыдовым расстались по «Спартаку». Вопрос, такие надежды подавал. Такие надежды подавал. Ну, а что делать? У меня и Козлов подавал надежды. Что сделаешь? Нету их теперь. Переход от юношеского футбола к взрослым всегда потери большие, к сожалению. Компанию «Спартака» мы оценим в середине мая. В середине мая? Да. Когда будут результаты. Ну хорошо, а нынешний, вот после Катара, «Спартак» показывает не очень внушительную игру и результаты? Это тренировка.